Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречаний. Події в нашій країні розгортаються вкрай стрімко. Лише вчора Володимир Зеленський, власне, набув своїх повноважень, розпустив Верховну Раду. Сьогодні пройшли вже консультації із представниками парламентських фракцій, з лідерами парламентських фракцій. І от фактично визначено дату позачергових парламентських виборів на 21 липня, принаймні це найбільш вирогідна дата. І що цікаво для Одеси. Вчора з'явилася інформація, що мер Одеси Геннадій Труханов збирається об'єднатися із мером Харкова Геннадієм Кернесом та створити свій політичний проєкт. Також йдуть перемовини з іншими представниками місцевого самоврядування та не тільки місцевого самоврядування. І от які будуть перспективи цієї партії та, власне, за якою системою відбудуться позачергові парламентські вибори, поговоримо сьогодні в цій студії. До нас прийшли Олександр Іваницький, депутат Одеської міської ради від «Довіряй ділам». Вітаю вас, Олександре. Добрий день. Анатолій Бойко, представник обласної організації, голова обласної організації Комітету виборців України. Вітаю, Анатолію. Добрий день. Та Олександр Орлов, депутат Одеської міської ради, «Опозиційний блок». Вітаю, Олександре. Добрий день. Напевно, Олександре, з вас почнемо. Сьогодні от ми почули мера, який підтвердив цю інформацію. Давайте, щоб наші телеглядачі розуміли, про що йде мова. Також дамо можливість послухати інтерв'ю телеканалу «Редакція» мера Одеси. Мы сегодня вот ищем тот политический компромисс или то, что нас будет объединять, не разъединять. Но я считаю, что сегодня достаточно успешно и рейтинговый мэр Геннадий Кернес, самый рейтинговый в Украине. Доказал он это своими поступками и делами, своей волей просто работать, несмотря ни на какие обстоятельства. Это сегодня впечатляет, является примером работы для любого мэра украинского, да и не только украинского. Одесса в итоге должна получить в Верховной Раде мощное лобби в виде народных депутатов, которых мы будем формировать. Олександре, з'явилася інформація, що Геннадій Кернес буде першим номером в списку цієї об'єднаної партії, так? І є от така суперечлива інформація, що або ця нова партія буде створена на базі «Довіряй ділам», або на базі «Відродження» вже пізніше з'явилася інформація. Можете підтвердити або спростувати цю інформацію? Костянтин, ну я привык оперировать уже какими-то свершившимися фактами или сформированной какой-то позицией. На сегодняшний день позиции пока нет как таковой. Есть заявление лидеров этой партии. Я надеюсь, что эта партия будет. Да. Почему надеюсь? Потому что как депутат Одесского городского совета, вернее, как депутату Одесского городского совета, мне понятны проблемы, которые сегодня есть у местного самоуправления, у города в целом. И, конечно, хотелось бы более эффективного и более настойчивого лобби для решения этих вопросов, которые, к сожалению, не все раскрылись в рамках той программы децентрализации, которая была начата в нашей стране. Я считаю, что необходимо действительно расширить эту программу, ее необходимо дополнить и насытить такими вопросами, которые касаются и ответственности городской власти, а не только распоряжением финансовым инструментом. Поэтому сегодня есть много вопросов, которые, мне кажется, должны быть узкопрофильными, которые должны прорабатываться с профессиональной и с практической точки зрения. И, наверное, из тех мэров, которые сегодня представлены, из которых сегодня будет складываться, наверное, эта партия, наверное, это наиболее оптимальный вариант для того, чтобы эти проблемы донести непосредственно в центральные органы власти. Ну, дуже би хотілося все-таки трохи конкретики, трохи таких певних політичних кулуарних речей. Як йдуть перемовини? От сьогодні в цьому ж інтерв'ю Геннадій Труханов заявив, що йдуть перемовини з мерами міст-мільйонників. Ну, тобто, я розумію, що це була обмовка просто, що в нас одне, фактично, окрім Одеси та Харкова, місто-мільйонник. Але я так розумію, що натяк був на Дніпро, так? З паном Філатовим йдуть перемовини? З ким ще? Ваш телеканал дуже прогресивний, дуже активно приймає і біжить іноді даже быстрее той же новости, которая еще идет. Я еще раз говорю, так как лицо я являюсь лицом официальным, я привык оперировать только теми фактами и той информацией, которая уже имеет какую-то под собой почву. Сегодня это только лишь... Сегодня это декларация. Что идут перемовины. Да. Так с кем я в переговорах не участвую, участия не принимаю.
У нас есть руководители нашего города, которые непосредственно этими вопросами сегодня занимаются. Точно так же, как вам не даст ответ на такой вопрос и любой депутат Харьковского городского совета. А возможно еще 15 или 20 городских советов. Объявят им потом. Примут то, что решили там 3 человека или 2. Все побегут. Знаете, я вам отвечу, как это все происходит. Но если можно, да, я понимаю, Александру Валерьяновичу не совсем удобно говорить об этом, потому что он является членом партии «Доверяй делам». Значит, действительно велись переговоры, ведутся переговоры и с Филатовым, еще Днепропетровск. Что объединяет трех этих мэров, вот этих городов? Одна впливова людина. Да, ну потому что все они поддержали очень активно на прошлых президентских выборах Петра Алексеевича Порошенко. Это и создание сеток, это и лоббирование, и выступление в открытую за Петра Алексеевича и так далее. То есть новый президент, который пришел, сталкивается с задачей, на которой у руля городов-миллионников стоят люди, которые открыто поддерживали его предшественника. Значит, поэтому надо, в Украине у нас такое государство, оно... Єдине з приводу Геннадія Кернеса я не чув, щоб була прям відверта підтримка Петра Порошенка. Що... От щодо пов'язуючи як і Філатова, так і Кернеса з Ігорем Коломойським, це багато достатньо інформації в публічному доступі. Зачем, о чому ми говоримо, коли в Харкові була така ж ситуація, як в Одесі? Понимаете, теж були определенні рознарядки, і проект Петра Алексеевича Порошенка був набрати в крупних городах. В крупных городах максимально для того, чтобы вновь избраться президентом Украины. Поэтому, это вы спросили мое мнение, я вам просто рассказываю, да. Значит, оно как интереснее слушается, там, почему? Потому что о проблемах городов, что мы сейчас начнем работать в качестве проблем. А что, проблем сел не надо решать в Украине, понимаете? Вот выступление Геннадия Леонидовича, там прозвучала фраза, мы должны создать мощную лоббистскую группу. Ну, подождите. Парламент Украины должен действовать в интересах всей Украины. Мы почему-то все годы независимости создаем лоббистские группы. А лишь партия представляет все одну частину, одну частину суспільства. Партия это другое. Партия это представляет интересы определенной группы людей, страны. Они могут находиться как в Одессе, как в Харькове, как во Львове, так и так. За региональным принципом, так и за идеологичным, за будь-яким принципом. Ну, такого нет, понимаете? Нету такого примера партии. Вот если, скажем, взять Соединенные Штаты Америки, интересы республиканской демократической партии, где там региональный какой-то... У нас система необмеженного плюрализма, но не можно сравнивать партийные системы. Я понял, да. Но теперь надо как-то выживать. Это действительно нормальное желание любого политика, но минус в том, что у нас почему-то политика уже спустилась до председателя и постсовета. Когда-то должность мэра это была хозяйственная должность, никак не связана. Сейчас она уже стала политической, скоро у нас председатели СОНов тоже будут там влиять как-то на политику и руководствоваться такими, и создавать лобби СОНов в Верховной Раде. Это следующий политический проект, наверное, будет. Теперь, что касается... То есть это было срочно сделано перед выборами, уже было понятно, что выборы. Готовилось оно уже так где-то недели две тому назад и проявилось. Но сегодня ночью этот вопрос немножечко так обнулился. Потому что на совещании лидеров фракций в Верховной Раде вроде бы, опять же, я не хочу правильно говорить, Александр Валерьянович, мы должны оперировать тем, что есть, но Верховная Рада завтра примет поправки к закону о выборах, где... Будут только партии, только списки, открытые или открыты в каком-то виде, в другом, и вообще уберут мажоритарщиков. Ну, это важный момент. Да, и скорее всего, что партии, да, городские головы создавали эту партию для того, чтобы провести именно мажоритарщиков, для того, чтобы они лоббировали интересы городов, областей и так далее. В этом я сейчас не хочу говорить, хорошо это, плохо, обсуждать это. Это вопрос другой. Это выборчая стратегия, это не добре и не погано, это просто выборчая стратегия. Да, мы сейчас вот о чем когда говорим об этом, я не вижу в этом там плохого, хорошего. Определенные группы преследуют свои интересы, значит, создают какие-то условия, в этом нет ничего плохого. Это нормальная политическая жизнь, я сразу хочу оговориться. Но
Этот проект сегодня, то, что хотели сделать, и получить где-то группу в количестве 15-20 депутатов, народных депутатов Украины, которые представляли бы эти три региона. А это уже большая сила. То, что Геннадий Леонидович сказал про лоббизм и так далее. Вопрос сейчас в другом. Для чего Игорь Валерьевич Коломойский это делает? Как это связано с поездкой Джулиани и не поездкой и так далее? Вопрос другой. Значит, да, уже большая политика входит в это дело. Но, еще раз говорю, этот проект сейчас, он немножко, если будут приняты изменения в законодательство о выборах завтра, то этот проект станет под большой угрозой. То есть он немножко будет тормозиться. Опять же, плохо это или хорошо, я не знаю. Но давайте есть... якраз з приводу виборчої системи послухаємо Анатолія. Чи дійсно, от, якщо буде змінено виборчу систему, чи має ця партія перспективи серйозно зайти до Верховної Ради? А також, як ви оцінюєте от, ну, потенційних союзників цієї партії? Тому що мова йшла про ту ж партію «Відродження», так, яку теж пов'язують з Ігорем Коломойським. Про довіряє діла, про Господи, довіряє ділам, про волю народу, мій край, так? Ну, смотрите, этой партии не нужны будут союзники. Зачем ей союзники? То есть она точно не будет ориентирована на создание коалиции с точки зрения делегирования своего премьер-министра, принятия участия в каких-то вот таких прям глобальных политических процессах страны, борьбы за президентский пост и так далее. То есть я думаю, что речь тут как минимум в лоббировании интересов конкретных политических деятелей, в данном случае мэров этих городов, на что они, я согласен, тут имеют абсолютное право, как максимум, и дай бог, если так действительно будет, это лоббирование интересов городов. Но и, соответственно, тут ключевой шанс — это быть золотой акцией. Ну, то есть определенный актив, есть какое-то количество депутатов, которые нужны при определенных голосованиях, при решении каких-то вопросов. Они, соответственно, могут давать свои голоса, города в обмен на это могут получать решение каких-то своих интересов. Ну, это как вариант, это исключительно мои умопостроения. Значит, это с точки зрения, что касается союзников. Соответственно, в этом свете они логично, чтобы они сотрудничали и искали определенного взаимодействия с теми политическими партиями, от которых будет зависеть, которые будут связаны с премьер-министром или с президентом. То есть от кого будет зависеть решение нужных конкретным городам вопросов. То есть не по политическому признаку, а по признаку конкретного момента, конкретных задач, которые будут стоять. Ну, ті партії, які я назвав, вони, власне, так себе і позиціонували. І при ці, за цієї влади, так? От, «Відродження», «Воля народу», «Наш край». «Відродження», «Воля народу» – правильно, але ісходя із чого? Більшого, це партії мажоритарників, так само. Совершенно верно. І вони, відповідно, представляли і відстоювали інтереси, от, конкретно об'єднівшихся в них людей. А от представители этой партии, по крайней мере, то, что декларируется, они будут представлять интересы городов, как, ну, или мэров, или городов и мэров. Ну, опять же, если мы говорим об избирательной системе, то тут вопрос в том, будут ли у нас останутся ли же мажоритарники, мажоритарка останется. Скорее всего, нет. Ну, похоже сейчас, что... И это по разным причинам выгодно многим, в том числе и Владимиру Александровичу. Ему выгоднее завести, да, список большой «Слуги народа», чем искать людей в регионах, которых у него нет и которых потом, ну, намного сложнее контролировать, если они идут как мажоритарщики. Поэтому, скорее всего, это будут списки. И дальше вопрос, открытые или закрытые. Вполне возможно, скорее всего, что закрытые, потому что, опять же, это более выгодно на данный момент ему. И тут вопрос проходного барьера. Ходят слухи, что снизят до 3%. И тогда, конечно, у этой партии больше шансов пройти, чем если барьер 5%, потому что это, допустим, как минимум три города-миллионника, в которых мэры имеют очень большой рейтинг, это достаточно концентрированный электоральный ресурс. Если еще какие-то дополнительные города добавятся, это только увеличит шансы.
Олександре, от власне теж питання до вас. Наскільки буде важко, якщо ну, у цій потенційній партії, так, якщо ліквідується мажоритарна складова, і все-таки я чудово розумію, що коли в публічну площину потрапляють певні деталі перемовин, це ускладнює сам процес. Тим не менше, якщо не хочете, не відповідайте. З приводу відродження нашого краю та волі народу, ви можете сказати, чи або це категоричне ні, або це ну можливо колись. Смотрите, я далек от партії «Відродження», «Воля народа», «Наш край». Мне понятны те... Еще раз говорю, то есть мне понятны те ориентиры, мне понятны те запросы, которые сегодня есть у одесситов. Мне понятно то, что на сегодняшний день есть ассоциация, так называемая ассоциация мэров городов Украины, которая на сегодняшний день является, ну, в принципе, так скажем, совещательно-рекомендательным органом, который, к сожалению, то есть, не влияет на формирование повестки дня. Сегодня это касается вопросов, связанных с системой жилищно-коммунального хозяйства, с вопросами ценообразования в системе жилищно-коммунального хозяйства. Мне кажется, что такие партии, такого формата, как партии, которые могут представлять не только крупные города, я хотел бы немного Александра Витальевича все-таки подкорректировать в этом вопросе. Это вопрос не только городов, это вопрос и населенных пунктов, это вопрос, так скажем, мест компактного проживания украинцев. Мне кажется, что такая партия должна действительно иметь влияние на такие ключевые министерства и комитеты, как комитеты регионального развития, комитеты транспорта, комитет инфраструктуры и министерство инфраструктуры. То есть это все те базовые, возможно, на, опять же, на экономические комитеты, которые отвечают за формирование тарифов сегодня для населения, проживающего как в селе, так и в крупном городе-миллионнике. То есть сегодня это те вопросы, которые, ну, зная на своей практике депутатской работы в Одесском городском совете, это в принципе из того, в общем-то, набора вопросов, которые сегодня на повестке дня, они занимают порядка 70% объема. Это действительно, наряду с войной, второй вопрос, который тревожит украинцев, одесситов, это действительно тарифы и тарифообразование. Поэтому основной месседж, я так думаю, вот такой партии, это действительно сегодня приведение тарифной сетки, приведение инфраструктуры городов, потому что, в общем-то, и на формирование тарифа влияет точно так же и состояние нашей критической инфраструктуры в любом из городов. Точно так же, как влияет на качество проживания в населенном пункте за 100-150 километров от областного центра, состояние дороги, состояние линии электропередач, которая идет к этому населенному пункту. Вот это все те вопросы, которые, я считаю, что эта партия должна взять комплексно на себя и должна лоббировать их в интересах громад, любых громад, любых форм громад. Поэтому это... Мотивація чудово зрозуміла, але все-таки хотілося б більше так політичного. Ну, я попробую по-другому. Да. Тобто на сьогоднішній день, зачем обычно в Украине идут в политику, ну, по крайней мере, представители бизнеса, для того, чтобы свой бизнес продвинуть и для того, чтобы его защитить. Вот и все. Точно так же мэры идут в парламент для того, чтобы защитить свои города и себя в том числе, от различных моментов, да, ну, увеличить свой вес, и для того, чтобы продвинуть интересы свои и своих городов. И тут нет никакой политической составляющей в том формате, в котором мы ее привыкли понимать с точки зрения идеологии, там, язык, мовы, армии, виры, там, НАТО, ЕС, Россия и так далее, этого здесь не будет. Это, мне кажется, скорее всего, да. И дальше то, что вы говорите о Воле и Відродженні нашим краем. На сегодняшний день кого на самом деле представляет Воля и Відродженні? Вот вы правильно сказали, что партия должна представлять интересы какой-то социальной группы, группы общества. Интересы какой группы общества представляет Відродження и Воля народа? Воля народа, газового олигархата. Абсолютно, да. Но при всем абсолютном уважении к тем людям, которые там сейчас находятся, это ситуативное образование, которое пристанище для политиков, которые
которые не нашли, которым было неудобно в каких-то других политических проектах. И на это было их абсолютное право. И если бы этих людей с этими деньгами там не было, то этих политических названий на карте политической Украины не было. Чуть-чуть другая ситуация с нашим краем, там чуть-чуть больше базы и так далее, он больше связан с местным самоуправлением, и там тоже, по сути, нет политической... Да, но там тоже нет, по сути, политической, идеологической составляющей. Да. Але от питання в тому, що дійсно ідеологічної складової немає. Я впевнений, що не буде політичної риторики. Але я думаю, ну от просто здається, я думаю, що це, ну, це очевидно, що буде розрахунок все-таки на певну електоральну базу, яка буде перетинатися з тим же партіями «За життя» та «Опозиційний блок». Ну... От, і всієї електоральної бази на те, щоб завести дві такі політичні сили в парламент, може не вистачити. Ви згодні? Ну, подождіть, то есть це ж проблема вже... Дивлячись на різну риторику. Це ж проблема, допустим, уже «За життя», хватить ли їм часті одеського електората для того, щоб зайти в парламент, і не хватить? То есть вы, то есть, или проблема вы, и новой партии, вони перетинаються. Ну, так и не только за життям, с другими. Или вы говорите о проблемах некого режиссера, который хочет продвинуть две партии? Ні, в якому разі. Просто дійсно, що може, ну, скоріш за все, не вистачить от просто електоральної бази для того, щоб зайшли і ті, і інші. Ну, буде дві партії з різною риторикою, але з одним електоральним полем, ну, за яке вони будуть боротися. Ну, во-первых, нам сейчас очень сложно вообще что-то прогнозировать, потому что мы не знаем, какой у электоральный базис вот будет у этой первой, условно говоря, партии мэров, потому что если это будет... рушится уже сейчас. Да, понимаете? Если это будет больше вот городов... Вот то, что я сказал, вот эта идея, которая объединит там большие города, она уже рушится, потому что закон будет изменен. Под нее надо другую идеологию. К сожалению, так в Украине у нас, вот 30 лет у нас же нет идеологии в любой партии, она вождистская. Любая партия основана на каком-то вожде. И вот она так сделана, к сожалению. У нас ни одна партия не говорит, в каком государстве она, ну, придя к власти, значит, что она должна построить для того, чтобы там людям в этом государстве жилось хорошо. Вот какая тенденция, допустим, общемировая или там общеевропейская? У нас нет. У нас есть вождь, который там как бы под свою риторику подгоняет все вот эти... Это, к сожалению, проблема всего политикума. Теперь то, что сказал мои коллеги, понимаете, в чем дело? Парламент... Это прежде всего, у нас же как бы парламент отвечает за все государство, да? Даже не президент, президент гарант, а у нас парламентско-президентская республика. Вот парламент отвечает за формирование внешней политики. И когда нам говорят, что партия, которая там из мэров и небольших поселков выбрана, она будет заниматься только проблемами ЖКХ, тарифами, неправильно. Она должна заниматься проблемами внешней политики. А как она будет им заниматься и курсом страны, если они говорят, да нет, мы это не будем делать, а мы будем только тарифами и дорогами. Ну, неправильно. Или их втянут вот в это, или они тогда, ну, рассыпятся там по каким-то, ну, другим там вещам. Это просто, знаете, как вот есть Страус, да, вот у него такая позиция есть. Сейчас мы пока не говорим, мы говорим о городах. Теперь, самое страшное в этом. Уже пытались построить партию. Пытались построить партию на базе Садового. Тоже идея. Вот мэр, успешный мэр. Второй пример — Гройсман, мэр Винницы, возглавит премьер-министр, правительство и так далее. Я с большим уважением отношусь ко всем мэрам городов. Это действительно вот в Украине самая тяжелая и, наверное, неблагодарная должность. Это я говорю без всяких подколок там или там еще каких-то вещей, чтобы там мои слова не перекручивали. Но есть определенные функции, которые возложены на парламент, на президента, на мэров городов и на местное самоуправление. И они не должны пересекаться. А у нас, к сожалению, они начинают уже где-то бродить. И самое вот такое страшное, ну не страшное, я не хочу такие слова употреблять, это то, что, опять же, влияние там партии на, вот если бы партия принимала участие, то есть если начнут наступать опять же на старые грабли, вот 5 лет тому назад была одна реальность, она поменялась, другая стала реальность, и мы все это понимали. Сейчас наступает другая реальность, другая совершенно. И люди, которые вот еще пытаются где-то со старыми методами рулить, они тоже, ну, будем так говорить, пролетят. И в каком смысле я говорю? Если партия, ну, допустим, условно говоря, крупных городов,
будет, пройдет парламент и будет вырабатывать законы, которые, по которым будет жить, допустим, вся Украина, все населенные пункты, это хорошо, потому что они знают это изнутри. А если эта партия будет выбивать деньги, там, кто больше на свой регион, у кого больше будет депутатских кресел, допустим, Одессе 500 миллионов, этому 200 миллионов и так далее, то это обычный политический лоббизм, а даже не лоббизм, а коррупционная составляющая. Вот если скатятся в эту, и сразу есть мысль такая, что мы просто выбьем больше денег на какой-то конкретный населенный пункт, это неправильно. Это уже не ідея. Зрозуміло. Давайте дамо можливість Олександру відповісти. Було дійсно дві тези. От з приводу такого поганого лобізму, так? І друге, те, що все одно доведеться за міжнародну політику, ну, за політичні питання відповідати. Я би не хотів, щоб дискусія наша скатувалась к такому формату, формату формування партії по вибиванню денег. Я попытался вначале, да, на второй вопрос, который вы задали, попытался более широко ответить о тех перспективах. Еще раз говорю, мы сейчас говорим с вами гипотетически. Сегодня есть два заявления двух мэров, двух крупнейших, одних из крупнейших городов Украины, которые заявили о том, что есть общий интерес формирования какой бы то ни было политической силы. Давайте дождемся формирования. Давайте дождемся формирования этой политической силы. После этого вы услышите заявление руководителей этой политической силы. Соответственно, вы услышите программу этой политической силы. Я лишь сейчас в нашей с вами дискуссии, опять же говорю, как депутат городского совета, как одессит, как председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по тем вопросам, которые сегодня для любого города, любой инженерной инфраструктуры, будем говорить так, любого устройства, технологического устройства, они понятны и как от работника коммунального предприятия, так и до мэра этого города, либо председателя сельского совета. Я еще раз говорю о том, что сегодня есть вопросы, касающиеся внешнеполитического вектора. Насколько мне понятно, слава богу, мы с ним уже определились. И, надеюсь, смен не будет внешнеполитического вектора. Сегодня нужно обустраивать жизнь людей, украинцев, внутри своей страны. Сегодня нужно закатать рукава и заниматься, вот хотите, вот примитивно, в моем понимании, заниматься трубами, заниматься дорогами, заниматься крышами, заниматься освещением. Заниматься всем тем, что может говорить нам о том, что мы являемся цивилизованной нацией и живем в 21 веке. Если вы отъедете от Одессы на 30 километров, Александр Витальевич не даст мне соврать, и когда увидите, как село с населением 1500-2000 человек живет на одной ветке электроснабжения, это основное из благ цивилизации для этого села, вы действительно, Константин, будете поражены и удивлены, находясь сегодня в нашем городе. Тогда поймете, что такое разница. Я розумію, про що ви кажете. Так, я розумію загальний контекст вашої відповіді, що ви не будете уникати політичних питань, однозначно, але наразі є просто певна є мета. Так, є пріоритети. Тобто ті пріоритети, на яких повинні основні принципи роботи такого політичного образування, вони повинні дійсно не бути розтворені в общій позиції або якихось фразах. Вони повинні бути конкретизовані. То, за что каждый депутат, который будет в этой партии, то, за что каждый мэр, который поддержит ту партию, потом будет держать ответ перед своїми збирателями, перед своїми горожанами. У нас, на жаль, дуже мало часу залишилося. Анатолію, якими ви бачите перспективи нових партій? Ну, «Слуга народу» ставимо окремо, там партія Смішка, партія «Голос» Вакарчука, партія от власне мерів, про яку ми сьогодні найбільше казали. Чи є в них перспективи зайти до Верховної Ради? Чи можна за два місяці розкрутити політичний проєкт? Є... Ну, Смішка там трохи більше, але все одно. Да, тут є два аспекти. Перший – це дійсно сроки і досрочні вибори – це хуже для нових проєктів, чем выборы на осень. С другой стороны, если будет понижен проходной барьер, то шансы появятся. А дальше, ну, будет все в их руках. Как вы оцениваете, позитивное або негативное понижение барьеру? Опять же, есть два момента. Первый, с одной стороны, это возможность в парламент прийти новым лицам, хотя учитывая скоропостижность избирательной кампании, шансы, конечно, уменьшаются. С другой стороны, понижение барьера значит больше игроков в парламенте, значит большую раздробленность, значит большую слабость парламента, значит, что выгодно президенту.
Тобто є свої плюси, є свої мінуси. Звісно, я думаю, що команда Зеленського не предлагала бы эти вещи, если бы не видели в этом свой плюс. Ну и, соответственно, ну а с другой стороны, депутаты их тоже не поддержат, если не будут. То есть понижение барьера — это выход для многих мажоритарщиков. В складчину, а организовать себе проход преодоления там на отдельно взятой территории, концентрированно поработать и пройти. Зрозуміло. Олександр Іваницький, Анатолій Бойко, Олександр Ров. Щиро дякую вам, шановні, за дуже цікавий ефір і дуже змістовний. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що це була студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами.